В РДД духе. Контроль раздали. Мастер, а потом этот скинешь, пожалуйста, ребятам, скажешь, где скачать аддон, потому что вот трох двоих только что ваншотнул. Не успели его законтролить. Духи, на ману осторожно. Бойте кто-нибудь. Даю им на ману. Так, на ману Леончик. Гнили. Леоночка. Уже так, Бизик на ману. В миле зоне отошли. Трэш, долейте милики. Контроль раздали быстрее. Трэш, мили. В миле зоне отходим. Нет, нету. Под контролем. Дух мили зоны идет. РДД, рядом с вами дух. Джованни. Джованни, гимномана, если есть. Говорите, когда танкам прожимки давать. Нормально пока все. Мобов заберите. Контроль. Мобов сейчас этих сливаем. Фулл ДПС. В мили зоне духи отходим. Я без маны. Бля, кулаками его забил нахуй. Фулл ДПС босса дали. Дух идет. Ага. 7 секунд гимномана. Чисто, чисто в босса на трэш забили хуй. Дух миллизона, уйдите, блядь. Дал гимн. Два взорвали. Танки трэш забрали, отвели от рейда. Держим трэш, кайте. Служи, вышли, контроль. Контроль. Быстрее контроль по мне. Контроль, все нормально. Босса добивай. А УЕ меньше. Я под боссом сейчас. Духи в миле. Шреддер оверхилл. Шреддер бегает. Духи в миле отходим. Все отлично, добивай. Ну и вот скажите, что вам этот Войт и Медвей нужны, без них убиваем. И как, есть, у меня есть. У всех царь пропадает в конце предложения, нет? Я не знаю. Я половину, я мне, походу, слова не слышу. Мне надо делать это, выход звука, походу, блин, я отжимаю. Я начал слышать предложение. Спугов, есть у нас кто? РДД. Царь, я ливну спать, и я пока подъезжаю. Ляночка у нас есть, так что... Это Зоил. Слышал? Не Белунха. А, Леночка, да, точно, точно, точно. И этот еще у нас, как его, Паладин. Не Белунх, что, нужен кому? Нет? Делаем квест. Виби, за хп не Белунх уже забирать? 10% отдаем. За 10% забираешь? На распыл давай. Я распылю. Ролим. Декст. Халипау надо? Да, он... Забираем. Так, ролим. Бейте, бейте, трэш. Микстурка, ты дальше пойдешь или ну вайда поменяю? Да, иду пока. Окей. Ну а чё с микстурочкой? Да, он заболел. Димон, выздоравливай. Так, ролим посох. Точнее, ну, это ты. Димон, не бухай. Отлично. Кому надо ролики? Так, где у меня ролики? Джованни, так. Сройте его, пугай. Джованни, сронил. Джованни в луте не вижу, сейчас так передам. Турбо есть? Да, и чат, блядь. Да, есть. Ага. Все, пойдем. Сейчас на великана все идем, квест сделаем.
что, осколок упал, да? Да. Это два осколка осталось. Добили мы бабу, шли направо. Блять, вы что, еще и... Блядь. Да-ка, грибните его, чтобы он дальше не пошел. А грибните его к центру. Назад дайте притяжку, хорош. Потрипал притяжку. Лучшие просто орлы. Соколы стали. Посох отдал? Да, сейчас отдаю. Хожу налево, почему ты под праведным неистов? Ему в прикол, у него там наверное, в талантах прокачал 3% меньше урона получил. Не, это леди ему, видать, включила под контролем, она любит ну, может быть, так да, делать. Может быть. Еще бы она нажимала на мулок. Почему я первый похопаю? Флэш обратно. Потому что ты лучший. Тоже на леди был там... первый. Однозначно. Там половина все сдохли, мастер. Шредер, кстати, если ты не в танке, тоже выруби праведно. Он был в танке, сейчас не в танке. Сейчас тоже в танке. Как удобно, блядь, с таунт мастером. Я тут повешу, на ком праведно, я даже несмотря на этого человека. Бобов заберите, праведно и неправедно. Я без праведного огрос. Заебало, блядь. Ну чё, блядь, еще два босса, нахуй, легендарный посох нас били. Ну, блядь, наверное, три. Разве там Джайну не надо убить? На него уже есть итем. У него есть итем, у этого жучара. Да нахер это было. Ебать, вот давай не будем. Донатер, что ли? Почему обязательно донатер? Может, он купил за голду у топ-гильдии? Голду задонатил. Там да, голду задонатил. Захотел, купил. Мое дело. Танки вот сюда, босс, у этого великана уприте. РДДшники сюда в этот. Говоришь, меньше, чем в обычке, блять, хп, да? Должно быть, по идее, в да. Два раза больше не хочешь, нахуй? Да ладно, у него что, 12 лямов, что ли, в обычке? 10 лямов, да. Ты шо? Нет, это у него 10 лямов. 10, либо 18, просто не помню. В десятке в обычке у него 7, по-моему. Дайте веру. Куда ты его поставил? Я знаю, что делать с дебафом. Я синюю метку поставил, ё-моё, ладно, стой. Убегаем с рейда и дохнем в одиночку. Мы просто стоим в одной куче. Блин, ну тут 25. Неужели кто-то не знает, что делать с дебафом? Заходите в дебаф больше ДПС. Есть кто-то, кто слот нас рука уступит? Ты чё, Воля надо, что ли? Да нет, наруч. Да-да-да-да-да, наруч, наруч. Я могу, но я единственная сова. Замена. Кому сорка, ничего не нужно, плюс... Ну давай, Насурфанг, а он пусть танкует. Ну да, давай. Я подожду. Захочу, ладно, уже на ДК. Ну, будешь, никто не хочет уступать, срать. Выйду. ДЦ может уступить, это мне особо надо. Ну давай, вот Шансун. Нет, на этого сурка. О, все, Шансун уступит. 4 килла, я думаю, они захилят. ДД
ДДшником. Проблема не в этом, проблема в том, а не загрут ли у тебя роги его. Кто? А, я не знаю. Элрей. А, Элрей у тебя заберет. Я уступлю, если так надо. Да не, забирай. Мне он, в принципе, блять. Мне оттуда, сука, сворд нужен, который не падает. Все, давай быстро квест сдаем и идем на корабли. Без АФК. Кто АФК же тот пидор? Ой, ребят, отойти нужно. Шучу. То с чумой умираете, иначе она так и будет прыгать. Потом... Тасунг, Шасунг, отойди, я тебе дам. Отойди. Великана, да. Тасунг, все на месте. А, мы уже сделали. Ой, все проебал, и квест, да. А, ну не работает так. Я хотел тебя спасти. Интересно. А, ну заебись. Больно. Я только взял квест этот. Я забыл, что у меня, сука, на паладине. Ради, вы что там, моб босса сагрил? Ой, моб босса. На Эвинар сагрился дракон. Летит. Понятно. Замечательно. Пошли через лифт. Если там дракон, сколько он там летит? Давай попробуем с наставки, может, комбат снимется. Комбат не снимется, пока Алиса не сдохнет. Алиса, пробуй куда-нибудь вниз прыгнуть и умереть. Куда? С обрыва. С балкона, блядь. Просто... А, ты внизу стоишь, замечательно. Выйди с наста просто, да я не знаю. Оша, мне пизда будет. Че вы леди с первого трая убили, да? Да, вообще, на изичах. Он вообще не нужен. Цедрули. Так, че там? Комбат спал, нет? Алиса вышла? У меня пишет на шарпе ступе бой. Блин, замечательно. А, че, мне сдохнуть? Ой, пошли пешком, короче, наверх. Не выйти из-за... Я уже. Убейте дракона нахуй. Надеть эти... Наверх идите к кораблям, он вернется к вам. А теперь над рулей агро. Нужны по-любому с комбата выйти. Кто внизу, на ком комбат, выйдите с инста, либо на лифту вверх поднимитесь, нам все равно сейчас этого моба. То давайте все спрыгнем с корабля, да и все. Не надо никакого вайпа, блядь. Пролетит дракон, тогда, блядь, прыгнем. Объясните ему, что ранцы надеть нельзя в комнате. Где дракон сам? Объясните мастеру. Вот он летит. Объясните мастеру. Он летит вниз, спуститесь с корабля. Объясните мастеру, что нельзя одеть ранцы в бою, поэтому спрыгивайте все с корабля и... Да мы нашли дракона, Зачем прыгать в вайпас, если можно убить дракона, у которого 6 лямов хп? А, ну да, конечно, проще убить дракона. Господа хорошие, давайте без флуда. Сейчас нахуй ждать, пока все спрыгнут, а этот не спрыгнул, а этот АФК на. О, хватит, моб здесь, убейте его просто. Бу-бу-бу. Скажи, бубнилки картонные, да? Кто тебе так говорит, дота твоя, что ли? Как бубульки на лавочке. Наркоман, блядь, проститутка. Бой! Либо 10%, либо дезинчант, не белунг. Все, давайте, поднялись на корабль и ранц взяли за сразу. Ой, простите, я не хотел. Да не было слышно, может, не переживал. А что, не белунг никому не надо? А то я переживал. Четыре тела начинается, нахуй. Я бы забрал Нибелунг. Джавадиум, Матурма. Кто забирает Нибелунг за 10%? Танкодру. Давай, потом. Но меня не было. Да, просто я улетел. Так, можно? Нибелунг, блядь. Помолчите. Так, Джованни, Матурма, Эл-Рей и я на пушке. Остальные ушли. Старый обезьян. Ты распилил уже посох? Чего? Нет, не распылял. А давай Виби просто так. Я его потестить хотел на маленький. Потом... Блядь, я сказал дезинфицирует, либо давай просто так, ёбаный в рот. На, Виби, на. Держи его. Либо пароль, сколько 10% заберёте мне.
Да он не нужен за 10%, мне интересно, сколько вальки бьют. 20к наносит ДПС. Все да. Тут? Так, давайте рычи на пол. Варен и ХП не забываем, крик обновлять. Так, Декстер где? А, значит, и Винар на корабль прыгаешь, микстурка остаешься здесь. Все, запускаем, точно, я шарил. Я не знаю, как тут, но на циркуле, на совах Нибелунг вообще был бис, нахуй, почти. Короче, она должна, по идее, кару кастовать. Вот эта вот валька, какая призывается. На Ювове она просто выходила и била автоатакой по стрельбе. Здесь тоже она выходит, бьет автоатакой, то их может быть несколько штук. На циркуле тоже могло быть несколько штук. Но здесь она наносит, там, при ляме, по-моему, она наносит в районе 100 тысяч, что-то такое, 150 максимум. 10% это слишком много, нахуй. Тогда что, никто не белунги-то не берет? Ну, это незначительный ДПС, на самом деле. 10% от пушки — это дохуя, я тебе скажу. Господа, готовим. Если бы Барентроль наносил 10%, я бы даже не знаю, делали бы я шем на РПАЛА. Призывы помощников готовимся. Так, мах. Идет. Где он там? Короче, у меня ДБМ стоял его вообще. 5-7 секунд до мага. Алиса, прыгай. А сейчас ребра у вас упала. Кольцо да, агильное, грудак латный, ноги латные. Пояс не падает. Убили мага. Кто умеет, пошли добили дальних оружейников. И прыгаем за борт. Они как добивают. Их стреляю, они умрут. Тот умрет от рассекая еще по 50 гп. Вот, согласна. Тебе Будапешт, блядь. Сейчас его к Будапешт вам назад. К магу приведу. Танком. Будапешт сейчас чуть не сдох. Прилетел назад, успел. Да я от доты. 5 секунд, да. Готовимся. Вот сейчас нормально показывает. Мах вышел, в магу сыграл. Обратно прыгнули, мага убили, обратно спрыгнули. Что сложного? Пиздец, нормально. Так, штука 400 хосты на аршане. Не хилится вообще? А нормально хилится, нахуй. С объектом вообще топчик, нахуй. Еще бы счеты, нахуй, до всего счастья. Либо геройское утешение. Так, маг вышел, прыгнули. Холипал, ты чё, АФКшишь нахуй или ты в пушке? Он что-то кастует. Кастовать раз в 2 секунды нормально. Ну тут по факту хилить-то, блин, особо и нечего. Ну так давай, по факту тут и мобов заливать не надо у нас. Ну ладно, 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 всё. По факту там вроде и танчить не надо. Да, и танчить тут по факту нахуй эта целка надо. По факту вообще вов не играть бы, и все было бы замечательно. По факту готовимся, можно взять себе вены. Ладно, все, это уже... Кстати, лично. По факту за вены. Мага, мага, зарили, пошли, тише. Сейчас к тебе постучат за призыв к суициду. По факту так-то да. Так я суициднусь, и мне ничего не будет. По факту. Тебе придут ангелы господни. Ебать. Скорее всего, дьявол. Хватит нам добить? Наверное, нет. Наверное, еще один. Ну, я мама, что ли? Смешно. Истерия есть? Давайте истерию на левую пушку. Что ж вы, блядь, все истерии в одну пушку сливаете, на?
А чё, он, блядь, тоже сюда? Ты куда кидал? А, нет, нормально. А чё, стволы должны, кидали? Должны... Не, не успели. Я кидала. Пушки. Разряжайтесь, разряжайтесь. Успеем скорее. Не успели. Пушки не домашки. Ждите, пока перелетят. Там, короче, походу... сразу возвращаемся. Войд, ты тот? Прыгнули назад. Войд, заходи. Сейчас подожди, разролим лут, и Войд зайдет. Кто лут не открывает, БДПшта нету тут. И тебе ничего, БДПшта не надо отсюда. Ему БДП, наверное, за то, что он это... Портанул к сурку уже сразу. Да, ну, надо, может, открывать. Так, от лута отошли все, не подходит никто. Блядь, хилл. Осколок турбо, есть. Турбо, 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 турбо. Осколок есть, сразу говорю. Чужим? Нет, нет, один осколок. Надо это на видео снять. Турбо. Шею роль. Бля, у меня походу интерфейс отпал. Сейчас разролим, я релогнусь срочно. Так, шарпи, шарпи, шарпи. Стурыч, а тебе что, сурка, нужна воля? Ну, Шерпи, стол, ты ролишь на офф? Нет, я на шп ролю. Ну, на мой. Он говорил, что он на шп ролит идет. И у него там, по-моему... Что делает с острова шеи? У него, по-моему, там стоит собычка. Да, у меня собычки есть, могу линкануть, у меня собычка есть. Окей. Я скажу Ляночке, Ляночка, не надо тебе брать эту шею. Вот, держи. Иди свое с острова. Это же ему брать те, кто, кому лень фармить. Так, хожу налево, все, больше никто не будет рот. Ну, а что ты мне фул ГП дал? Чулан, у меня есть обычка. Линкани обычку. Линкану уже 264. Сверху. 275 минус, они. Нормально. Он все сделал. Так, хожу налево, хожу налево. Держу. Кто уступил мясо? Хоть кому-то надо. Ролим. Холипалу. Сука. Пояс. Надо холипалу? Выкиньте нахуй его, блядь. На распыл. Кому ей? Ляночка ролил Нибелунг? Нет, Нибелунг никто не ролил. Ну окей. Кроме Виби. Чё с кольцом? Так, короче, Войд здесь. Кольцо разролил? РЧ на присутствие. Да, хожу налево. ГП, где ГП? Хожу налево. Так, есть турбо. Обычки? Турбо а сейчас подойти. Будапешт. Тык на шкаф. Джованни, ты куда ушел? Реловается, наверное. Я тоже реловнусь быстро. Красный камень есть у кого-то? Обычно. Есть синий и зеленый. А красный есть? Красного нет. Так, Джованни идет, нет? Скажи что-нибудь, Джованни. У него бывает, интернет убивает. Давай а подождем пару без минут. Него, без него есть. Он что-то. Написал в чат. Вот я написал релог. А, релог, а, все нормально. А, все, вижу, вижу, вижу. Турбо, дай им капа мне. Он ушел, точно, я забыл. Так, давайте фулл ребаф сделайте, РЧ на пол. Так, у Матурман, Клыкач. Клыкач. Здесь у меня турбо показывает 260 левел на. А вы на армор не хотите ауру поставить? Турбо! Стоит турбо, братан. 40 секунд проходит. Говорил запускать без него, он успеет. Ну ладно, давайте запускай. Я просто хочу, чтобы он на мне МК бафнул. А он, блин, на кого-то... На задум, наверное. Обновите МП5 по кресту. По шаманам тоже МП5. Мастер, не давай так быстро рост. Через хотя бы 5 секунд, а? Нифига да, не прокает уже рост. Тише, тише, тише. Рыба была? Тише. Рыбу поставь. Не, у меня мало крита, у меня 38%. Так, Декстер, обнови, пожалуйста. На сову.
МП5. Или я дам тебе минус 50 к роллу на этого босса. Будет на всех рыба? Есть МП5? Да. Чулан рыбу поставь. Да уже он ставил. Еще раз поставь, если не успеет. Турбо, дай по мне МК, пожалуйста, если можешь. Вот рыба следит. Где бы он договорился? Вот ты вообще. Чулану надо МК давать Сове, если у него не докапывают. Какие вы сегодня разговорчивые? Да мы вообще всегда это потому что я тут. Да, кстати. Мне сегодня вайпаться из-за ваших разговоров, буду давать всем мутно. Пока можете базарить, я пока ничего не обращаю внимания. Не будете перебивать реалов, нахуй, ваши проблемы. Так, отчет. А, все, ладно. Так, пьем припоты, припоты. Геру. Блядь. И опять Войда погнулся как раз, да? Не, он там где-то. Что это? Еще раз трэш выглядит, нахуй. Буду смотреть, кто не ДПС и трэш нахуй. Вырастет, точнее. Трэш слили. Что, Турбо, надеешься на осколок? Неа. Упадет, вангует. В дереве они скажут, что лобов спадут. Рог и коты только по трэшу не играют, все остальные вот в трэш. Вот там рассекает. Может вообще даже таргет не менять. И пока убивается нормально трэш, я ничего говорить не буду. Друли и Мануш Аршами залей. Царя поставим, царь гимномана. Залиса, ты бомжей. Давай. Нифига, я рел! Шансун гимноман. Шансун за ЦЛК читает гимноман. Изи бейзи. Меня отвлек, я призбился. Говнюк ты, вот ты. Легчаешь. Чистой воды. Да не... Нихуя, у вас же общий вырос, блядь. Так, правильно. Это то, что я Тауре. Точно. Держи. В жизни. Больше я вам скажу, этим рейдом реально убить даже Лича, блядь. Но ну, делать мы это, конечно, не... Так, от лута отошли. От лута отошли. Не подходит. Ой. Ой, Турбо не упал. На карте. Какой у вас общий? Как это не упал? Нету осколка. У кого нету квеста, тот не видел, есть ли осколки. Либо я не вижу Турбо, осколка, есть осколки? Квест. Нету осколка. С него не бывает, это очень часто осколка. Я так, ладно, вижу. Ладно, тише, тише. Вижу осколок. Так. Ай, сложно. Таблицу пока откроешь. Тяг. А, да. Ты топ один. Ну, Джованни, по идее, выше всех. Джованни забирает.
Я не знаю, Джованни, зачем он тебе нашептал. Ну ладно. А тебе зачем? А что там? Я это как там, ну ты. Иди в жопу, короче. Какой ты парень. А что упало? Две печеньки на креста. Педики. Блин, вы меня сбили, я токен ролил вообще. Короче, это точно, Джованни. Сейчас, подожди, а то им чуть плащ не отдал. Все, мастер, ну тебя в жопу. Так, обычный токен роль. Обычный токен тоже идет за фулгата. Хотя. Да никакой не хотя. Медвей придет, будет решать. Так, этот... Декстер. Геровский ушел, Джованни. Так, ладно, забираешь. Бизику дам, пускай забирает. Бизик, за 500 гп забираешь. Так, ролим плащ. На оф ролю, если никому не надо. На оф. Пистол. 2 секунды, стан дали. Я тоже на оф, короче, ральну. Вторую тоже. Дайте стан не умеете давать. А если, короче, на оф-спек, у меня этот плащ есть, это как считается? Дали стан, ладно, повали второй. Ох, сука. ГП. Это же не за фул ГП? Или за фул? На оф-спек, по-моему, не знаю, то ли за половину, то вот. Плащ идет, если ты нажал на мейн-спек, нажимаешь за мейн. Я нажал на оф-спек. Ну тут вообще ничего не надо нажимать, я сказал, что на оф-спек ролик. На мейн-спек кому надо? Никому. Никому на мейн, это оф-спек идет. Тогда на мейн-спека даешь царю паролу. Пойди по ГП, смотрим, наши выиграли. Так, тебя давай? Продиспельте Вальку, ну, висят хоты же, хилят ее по 300к. Мне по факту на третий спек вообще она... Если на третий спек, то отдавай шерпистулу. Пускай шерпистул заберет и... Но она на холле присте тоже не особо... Харе разработчиваться, распределяйте лут. А все уже все раз... Все нормально, это бесполезная шея. Этот Войд, выходи с инста, шансунку заходи. Ебать вы ёбнулись, нахуй, мы сейчас на вальках хватимся. Пушу рофлить, что ли? Отводите их от трэша. Чтобы спал дебаф синий вот этот. Спальте сначала её, блядь. Вы, блядь, станы умеете давать, нахуй? Чужой, что ты так орёшь? Всё нормально, не кричи. Я уже сколько раз сказал дать стань нахуй во время каста, либо до каста. Так, зайдём. Ковы на неё действуют, я не помню. А ковы вроде нет. Паловские станы, ой. Задум хорош. Да ну, я ж тут жую, я не знаю. Меня заманили, блин, в какую-то ловушку. И шо, Рейсни, Тарь, куда ты убежал? Я тебе сдох. Я думал, ты встанешь, ладно. Я сдох. Да, я чуть не сдох из-за тебя. Из-за меня еще скажи, вот. Да, именно из-за тебя. Че, Шансунг обратно? Молодцы, они убили. Да, Шансунг обратно, будет выходить. Сейчас я выйду. Если кто-то хочет вместо Войда уступить, я буду как бы не против, я буду только за. Что там за плащ? 50 или 10%? 50%. Ну, вопрос. Уступить. Обычная печенька кому ушла? Обычная берзерк или как он? Бизек. Дедум, если ты опять сдохнешь? Бизек. 495. Декаума, Тума, уступай место Войду. Все хорошо. А там Гадру никто не хочет уступить. Значит, у нас анхолика не будет. Че, охренел уступать? Он не фрост разве? Нет, он не фрост. А, нет, тогда сиди. Он нормальный декан. Погоди, стой. Тут, да ему спать надо, у него часовой поиск, как у меня. Уступай, ну господи, что сделаешь? Так, мне кажется, или перед Войдом еще там были люди на замене? Танкадру сижу, жду. А, этот Зойл, точно, Зойл. Замена хилов или замена ШП, блин? Вы определитесь, кого на кого мы меняем. Мне-то похуй. Могу я слот уступить.
Не, Зиду, я на другом. Алло, я уже уступил, у меня пол второго ночи, вы поймите меня. Не, ну да, кстати, этот Зоил был на замене до войны. Там еще танкодру был на замене, народ. А танкодру это... И... Алло, нахуй. У нас тишина. Нету хилов, тише, помолчите, пожалуйста. У нас хилы фул. Ребята, вы понимаете, что в рейде, если выбирать, когда есть в рейде 5 престов, блядь, и 2 вара, нахуй, кого выберется, нахуй? Я бы выбрал вара, но... Тебя, помолчи, но пожалуйста. Есть еще танкодру. Кадру это хилы все тут. Еще раз повторю. Войт, заходи на шамана, нахуй. Вы меня, сука, заебали. Зоил, заходи, шипешник. Не, я не говорю желанием, просто я говорю за танк Кадру. Ну, я не... Давай я тебе уступлю место, братан. Мне не надо сейчас. Я охоту лучше сделаю. Ребят, чего вы разглагольствуете? У нас нету места для хила. У нас есть место для ДД. Все. О чем никаких речь вообще? Нахуй уступов. Просто не надо разводить вот это. Этого я на того. Все, ДК уступил, мне пусть вот идет. Зоил говорит, ему нужен виклик, пускай идет виклик. Я просто не знаю, как у нас в гильдии заведено. Можно приоритет ставить? Или кто на замене? Раньше тот... Я бы Вайда пустил, потому что престов и так 6 штук. Есть там БУЕшка где-нибудь? Зеленка, синька тут почти во всех. Ой, жопу. Мне бы дал, я танкодру, тебе уступится место только если будет либо нужен танк, либо нужен будет хилер, друг, пойми. Чтобы не было обид, либо что-то еще. На замене вы свое ЕП получите. Вы должны наоборот радоваться, что на замене можете с пугами пойти. В следующий раз, если не получается, можете предупредить, вам место оставят. Отводите дальше. Кикни в бутуму, я тебе буду выбирать. Ему накинули уже. А, ты накинул, понял. Тебе Рейла скидут, поведешь дальше. Иди, чё там. Я не горю желанием, просто тебя не было. Поведёшь до конца, получишь 300 гитан. А за то, что ты первый раз орарил, нахуй, убили с первого раза леди, нахуй, 500. Или у нас правила поменялись, пока мне нет. Есть люди, которые против? Пускай скажут сейчас, либо молчат навеки. Ты прям как в ЗАГСе. Объявляю царя обезьяны ЦВК, блять, мужем и женой. Спасибо, хорошо. Я как бы уже давно в этих отношениях. Ловушки открывайте, либо... Да не, сейчас... Собака. Не надо ловушки, сейчас собака уже придет. Боюсь, маленького веду, маленького загреба. Где боешка? Ловушки, говорю, не активировать, боешки будем собирать. Не активировать, то боешки будем собирать? Да. Может не снимать? Ну не снимать. Запутал всех. Рейд закид. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. И кто шкуру не снимает собаки? Кто снимет нахуй 500 ГП? Если там есть ленточка. А они пока ленточка есть, они не снимут. Снимут. Нет, не снимут. Они снимут до того, как души кто-то с неё соберёт. Ленточка появились. 98. 98 бизик и микстурка. Микстурка и бизик рерол. Ловушки взрываем. Микстурка забираем. Ловушки. А, взрываем. Да, да, взрываем, ловушки взрываем. Ловите там.
Чё, идите эту вторую взорвите. А пол в танк дали? Где мой дохнет? От трэша он дох. Где он? Он далеко. Я его спас. Все в порядке. Там это. Шар будет прикол, только с личава пойдет осколок после битвы. Так. Замолчи свой рот быстро, понял? Поврежденное ожерелье. Нет, он. Шо, я, короче, снимаю шкурку с прелести. Да. А, все. Ням-ням-ням-ням-ням. Мешок. Ну вот, Эльзе дома, целка. 100 борейской кожи, да? Да-да-да, 100 борейской кожи. Так, на туплопу зайдем налево. Так, на сарафанге у нас было 274к общими. Это, так. Кстати, очень хороший ДПС. Я царь, прям так 16. Буду тебе ПС кучу. Сколько у вас было? Ой, спасибо. 274к. Ну, сурки, нормально. Поставьте рыбу, пожалуйста. Так, предложение. После этого, нахуй, этих двух боссов идем сразу на профа трейд. Не, блин, профа... Давай закроем всех. Давай сначала... И... Во-первых, тут не все гильдейских. Сначала закроем всех легких, потом, если останутся, пойдем на... Да, ты же прекрасно понимаешь, что если останется, каждый раз получается потом, что мы нахуй расходимся. И так никаких... у нас мидвея нету, я не хочу профрейлить. Я могу, но я не хочу. Ну окей, отдельно но мы МРТ поставили на профа. У нас РТ стоит на... Два дня подряд профа. У нас, да, у нас стоит два дня подряд профа. Чё вы придумываете сейчас на профа? Стоит два дня. О, давай поспорим, что завтра никто не придет. Так, все, ладно, я метку коряво поставил, пофиг. Да не, короче... пойдем на него, только надо убить боссов, которые, с которых шмот валится, рейду одеваться надо в любом случае. Расскажите тактику, пожалуйста. Под босса сбегайся, разбегайся, все, зеленый... Под босса, это ХМ, блядь. Ой, под босса этого, по... Все, по меткам, путай, видите, не путай, не путай меня, пожалуйста, не путай. По меткам, короче, я их расставил, и вы меня сбили. Одну, две метки в РДД зону, одну в мили зоне взрываем у босса, и все. Давай, терчи на пул. Зеленая радость будет падать, короче, смотрим под ноги, отходим от пула. Давай, я миликом буду анонсить, какая она. Сай, уйди с моего квадрата. Мой квадрат, вы задолбали. Все, давай, терчи на пул. А, я дал уже РЧ. Еще раз. Дай отчет. Мастер тоже с регеней. Я занял. Все, я на свое место пошел, ну, восстать. Дай гер. По танкам. Зеленая херня. Морфи, а не все, Леночка. А чё? Блядь, а не достал меня. С дом далеко стоишь. Не достаю. Шарпесту, выйди сейчас. Сори, сори. А мне плевать не услал. Бугага. Джованни вышел. Шарпистула не достаю. Так, Бизик, хресть. Клыкач по... По центру босса. Мне кажется, все милики вообще нон-стоп. Встаньте все под левую и под правую ногу, под левой ногой. Отошли. Под правой ногой. Блять, справа. Танка прохил. Так, чулан, квадрат, турбо... А, все, Леночка, турбо под босс.
Шредер, БЗ, как не наивен. Отошли. Правая нога отошла. Как нас вернуть? Левая нога. Отошли, левая нога. Налейте 8 стаков. Угу. Поменяй. Забер... Я блюю. Правая нога. Правая нога, отходим. Так, шерпистул, крестик, Леночка. А, все. В уже давал. Я читаю гимн. Со спорами не сбегаемся, добиваем. Мастер, беги. Важдан. Конечно, да. Ты же холи-прист. Правая нога, отошли. Главное, что не мили. Со спорами не сбегаться. Пивайте. Должен да. Одну спору вынесли из Мелизон. Бизи гимн дай. Гимн на хп бизи. Левая нога, быстро. Левая нога, отходим. У меня газ. Все, добивайте. Видишь, я тоже как слепой. Что ты не один? Слепой, я сбился. Правая нога. Танка прохил. Ну все, убили. Ключи. Турбоосколок есть, говори сразу. Нету. Нету, замечательно. Я говорил, слечал. Замолчи свой рот. Можно на слезняк сейчас постою, пожалуйста. Замолчи свой рот быстрее. Замолчи. Ролим штаны. Бля, а какие там, тканевые? Да. 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 Рот ебал. Рот ебал. Так, значит, мы вин. Кто по приоритету? По приоритету я. О-хо-хо, забрать ли мне... А не задум? Задум. А, задум, да, задум, вин. Мне не надо, сорян. Это аж ноги, не ступни. Ну, блин, в моем... Я бы их забрал, да, это ноги. Я убираю. Я бы их забрал, но я, скорее всего, Джованни отдам, потому что он Т10 гоняет, а... В Т10 это прям вот мастхев. Это бис для Т10 ноги. Желание. Он пишет ему не надо или что? Или да, надо? Замечательно ему. Не пишет. Не. Что? Не да, надо, не так. Пишет. Роли. Желание, ты гонишь. Это нонсет, ноги идут. А если бы я на той неделе не забрал бы себе корпус Т10-277, я бы их взял с удовольствием. По идее, должны быть бисовые плечи на Лема, но нихуя. Можно я на слезнях поводу? Хочу на слезнях. Ты же водить их не умеешь. Умею. Первый раз на этом боссе была на слезнях. Джованни, если не надо, могу... Давай я заберу. Анхоликом, и поэтому мне нужно тренироваться. Хочу за 10%. Скоро не будешь анхоликом. Кого за 10? Ребят, 10% Клыкачу начислите за посох. И не забывайте, что ханто это идет... Этот, как его... Как арбалет, допустим, этому... Короче, за вторую цифру, за 778. 77 ГП, значит. 77-78. Это кровь кому нужна? Нет, плюс они... А чё я... Кто забрал? Ты забрал. Ты квест не сдал, да? Хорош. Штаны кому отдал? Джованни. Но он написал вначале мне нет. Не, я бы тоже забрал. Джованни, а, он пишет,
он пишет, ему надо, все-все-все, он забрал. Не так вы говорите. Джованни надо, все, значит, Джованни начисляй. Есть собычки? Ну, это 10. Нету, а давай за фул. На мейнспек идет. Много людей ролили на мейнспек. Если бы сам ролил, туда бы за 50 отдал. Я начала андал СС. Сколько людей онлайн? Ну, это как быстрее, много разговариваем, мало делаем. Сейчас я подхожу, давай терча пока на пол. Вар, не забудь крик на хп обновить, пожалуйста. Так, хилый под босс встаньте, РДД полукругом разойдитесь. У нас РДД энергии. А? Да, у нас нормальный РДД, у нас клыкач. Ивинар. Так, все, все здесь. В смысле? Раз, кто два, в итоге ловит, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять РДД. Алиса, у нас лиза, микстурка на боссе. На пул в микстурку. Все, микстурку на пул, РЧ дали, отчет дали. Смотрите, если кто-то из страдашников умрет. Кто спулил до слова атака нахуй? Блять, я Геру ничего не дал. Заебись. Ты молодец. Привычка, блядь. Захиливаем. Если не справляемся захиливать, тогда диспелим. Ну столько ты знаешь, что когда он бьет, ты ему бежишь, перед лицом встаешь. Централизуй босса. Брызги пошли. Алиса, не стой между РДД и миликами. Ты можешь блевотню получить и заблевать милизону. Либо там стой. Ой, турбо моли, кайся. Пришел, забери. Сколько стаков уже? На 10 он вроде взрывается, да? На 5. 5. Большой. Большой. Большой, забери. Это 4-й старт будет. Сейчас следующий большой будет взрыв готовить. Так, готовим сейчас взрыв. Не будет. Почему? После пятого. Ну нормально. Замечательно, добивай. Двигаться не могу, слышишь?
Ты в луже стоишь. Не уж. Фридом. А тебе фридом. Большой. Добивайте быстрее босс, пока этот старт. Забери на себя микстурка. Замечательно, молодец. Объект. Объедок. Отлично. Ролим объедок. Что, упало сколько? Нет. Мастер, я твой рот не люблю. Так, я думаю, что там... Я ой, знаю, сори, я тогда зарулил. Хуйня была, да? Так, Винар, чё по объекту? Виби, отдай объект. Я на герой. А, Виби не надо, говорит. Оп. Я тоже кидаю. Так, подожди, я подожди. У меня аддона нету, не спешите. Так. Бизик в жопе, шерпистул в жопе. Шинсун кролил? У меня есть уже. У меня 5. Царь обезьян надо? Ага, мне 2 топ-3, не, конечно, надо. За дому надо, нет? Отдавай Лианочке. Не, Лианочка не сролил. Отдавай Лианочке, я еще раз. Сролила я! Нафиг тебе? Сролил шерпистул, он не ролит. Я извинился, то, что сролил второй раз. Я застучаю. Сролил шерпистул. И по приоритету, если Виби не надо, то идет шерпистул. Он давайте ролит на ШП. Давайте сюда. Фок. Все, я доволен. Ну, в смысле, Зиду, все же по факту. Если пуг ролит, то он забирает себе. Типа, если не ролит, то... Если бы Эвинар не был второй, Ляночка по ролу, Ляночка бы забрал. А, с обычки есть такие кисти? Да, не ройте ноги. Так, ДК не ролит ноги, ДК просто дурачок. Согласен полностью. Так. Я крова, у меня нет мозга, бля. Вы ХП начислите за объекты, за перчатки? Роги и шерпы. Хоть 10 тысяч, давайте, я счастлив. Так, на мутика нужен кому-нибудь? Ребята, вы своим ролом на гиль нахуй не присутствуете, блядь. Я буду смотреть, кто что ролит нахуй. Если вам эта херня не идет, будет пухнуть, либо следующий по приоритету. За 10% забираю кинжал. Это пан говорит? Да. 10%. Так, ну чё... А, пара не носит кинжалы? Носит. Идем на этот, на кровь. Перекур 5 минут. Объект упал у вас, да? Да, объект. Угу. Его шерпистул забрал. ДНМ украл. А, кто у меня закрал? С обычкой, не помню. ДНМ, по-моему. Я не понимаю, почему Виви не хочет его забрать. Это. Все, поздно, мое. В смысле поздно? Сейчас возьмешь, отдашь. Поздно. Блин. Так. Да ладно, не, ГЦ. Виби на самом деле он в дестрике просто хочет бегать. Ну и на демона это такой, знаешь, рандомный слишком. И там, а и что лучше, вот выбрать. Вот скажи, на Сирусе, что лучше, объект или ТБЛ на ШП? Нет, смотря... Вон там есть, он принял я Сайберн, 249-й, 4-й, будет демон. Давайте. Войдите в рейды. Будет вам демон. У меня есть демон. Это ж меня постоянно напрягают. Делай. А что ты не делаешь? Короче, рассказываю. Точнее, вообще, демон рвет просто строчки рекаунта. 23к на этом рекаде. Интересно, понимаю, но никого не хочу обидеть, ничего не смогу сказать, спасибо за то, что он делает. Я буду играть, как я хочу, а не так, как меня нуждают. Иди на лично, иди, я сладкий. Один ты меня понимаешь и любишь. Это просто эксперт, я респектую.
Короче, Турбо, я предлагаю тебе мастера в Чески. Вот, и замутать его там в Дискорде. Не упал осколок? Ну, вот этот молодой человек с глазик. А кстати, по-моему, не встречаешь, как и общий сообщение. Я, короче, этого миллион справил, вот этот вот стример, как полипал, который ливнул, потом его взяли, потом опять ливнул. Короче, говорит, я, говорит, давай дали. Говорит, мой, короче, с ним ходить. Ну, как ты вообще кончил? Миллионы. Будете пробу тратить? Кто денег? Как Рейса хочет. Я сразу говорю, я не хочу голову забивать, не верить. Но... Она же войд у нас или нет обычно? Вот, если войд захочет, то я и так рейд собрал этот, я думаю, войд ведет и будет. Ну, на поста. Нету разницы, какой, блядь. Какая там? Будете трое, будете все знать. Мне главное знать тактику, главное знать, что делает бот. А чем отличается от обычки? Последняя влазит? Разжизненно, и дебафы в целом. Если у тебя красный дебаф, берешь только красный. Если ты зеленый, то хорошо, вы пришли, но у меня красный не будет. Чума раздается либо в рейндж зоне, либо в мили зоне. Сили все на низ, кроме. Я бы там был. Диване. Диване. Финиши. Сферу упал. Сливаем полумесяца. Треугольник Диване. Кидаешь шакл. Ронди. Реддер, я прохожу налево, даю с перепитом. Я могу зашапить. Есть и сам. Крестик. Шаг и крестик. Если сагрится у нас квадрат, вливаемся в квадрат сначала, мы двух теряем. Остальные, кто не знает, мы спускаемся вниз, ждем. Блять. Лиса, почему не будет? Я сказал всех, кто без пицца. Рамки тоже. Ловите мобу.
Ромби тоже. Два паладина и пирог не есть. Так, Ленар, ты двоих убил. Мы убили. Что с Будапештом? Бронник. Обновите шаттл, скажем. Убиваем трэш и заходит, меняем. А там кто без марки? Ромбика добивайте. Тяните вниз. Крест тяните вниз. Командир остановил. Так, давай я это... Заливаем квадрат по звезде шаком, по черепу сразу репитом встает, хожу налево. Ворон хедер, репит. Покаяние не хочу. По кругу шакл дает шарпистул. Если без метки будет, убираем вот так. Вообще не так. Трусы. Ретрики даем хер. Почему ромбик не поконтролили раньше? Ты мне сказал кружочек, а он не согнулся. Хиры раздали, так не квадрат. Вылились в ромбик. Все, убиваем ром. Зайл.